плоды. Оранжево-розовые плоды имеют приятный вид и вкусные. 1135 килогерц. Именно на этом дереве Санкт-Петербург. И стараясь увидеть Иисуса Христа. А в синодальном периоде иконос заменен на смоковницу. Но это то же самое дерево. Интересен еще и тот факт, что дерево иконос имеет воздушные формы, которые словно спутанные волосы висят под самой кроной. До того, как Господь собрал его со пророком, он признался, что это Христос и собирал иконос.